Электронные весы Марта МТ-1643 с лоточком. Сами весы и лоток, который на них просто ставится, но за счет того, что поверхность очень плоская, он не болтается и очень хорошо стоит. Я думаю, что будем экспериментировать сначала без лотка, а потом с лотком. Пять грамм. Показывает честно 5,0. 10. 10,0. 20. Тоже все очень точно. 50. Все идеально. 100. Ну вот тут показывает 100,2 грамма. Ну, нормально. Попробую поставить все гири. Должно получиться 200 грамм. Ну, вот получается 200,4. Тоже я считаю, что все отлично. Кстати, уберем вот эту гирю, может она какая-то неправильная. Ну, нет, все равно видно, что другие гири, которые показывалось точно, теперь вот 100 грамм и все-таки 100,2. То есть до где-то 50 грамм все прямо идеально точно, то есть до 0,1 грамма. А выше, ну, чуть-чуть есть ошибка, ну, ничего страшного. Главное, что маленький вес вешает правильно. Теперь с лоточком. Сбрасываем. Ну, все то же самое. Давайте все не буду. 5 грамм. Ровно 5. 20. 50. Ну, вот сейчас показал 51. Может, просто не очень по центру стоит. Давайте попробуем так. Ну, нет, все-таки 50 и 1,1. И 100. Опять 100,2. Отличные весы, очень удобные. Совершенно замечательные. И, конечно, не только для кухни. Питаются они от двух мизинчиков батареек 3А. Я поставил свои батарейки, но там были солевые батарейки в комплекте. Вот такие совершенно замечательные весы. Буду на них взвешивать лампочки и батарейки для своих тестов. Спасибо за внимание.